У мусульман начинается священный месяц поста Рамазан. С рассвета и до заката солнца мусульмане соблюдают пост Ураза, во время которого постящиеся молятся о прощении грехов, воздерживаются от еды и развлечений. Сегодня перерыв поста. Вчера мы провели большой праздничный вечер. Мечеть была переполнена, особенно наши женщины. Некуда было сесть, негде было стоять. И мужчин очень много было. Очень большой праздничный вечер, первая встреча Рамазан месяц. Рамазан месяц является священным месяцем. Он является султаном 12 месяцев или же царем 12 месяцев. Ибо это священный месяц, Аллахом назначен для мусульман. Мы ощущаемся духовно, телесно. Юлия Хафизова закончила 11 класс, а уже является активисткой мечети. Каждую неделю она ходит в мечети и как может старается оказать свою помощь. В медресе при мечети она закончила 2 курса исламского образования, получив диплом с отличием. В планы девушки входит получить не только светское образование, но и заочно продолжить исламское. В исламе я уже больше 3 года. Привязанность у меня началась от отца, то есть я начала ходить, мечеть, учиться. После этого я также начала держать уразу. Уразу держу постоянно, то есть с начала до конца уже 3 года. Для Динары Батырдиновой держать пост также не впервой. Она считает, что это является обязанностью каждого мусульманина. Девушка также имеет исламское образование. Она занималась в мусульманском лагере в Уфе, затем поступила в октябрьское медресе. Я с детства хожу в мечеть с мамой и читаю намаз. Сейчас начался Рамазан, месяц Рамазан. Этот пост – это повеление Аллаха, это как считается фарз. Его нужно держать обязательно. Каждый мусульманин в этот месяц должен пожертвовать деньги в пользу бедных и нуждающихся. Тем, кто по состоянию здоровья не сможет поститься, необходимо отдать искупительную выплату за каждый пропущенный день уразы. Рамазан является наиболее предпочтительным периодом и для ежегодного пожертвования состоятельных мусульман в пользу нуждающихся. Завершится Рамазан праздником Ураза-Байрам, который в 2013 году приходится на 8 августа. Диана Мустафаева, Денис Кузнецов, информационная программа «Время новостей».